Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Купил в Магните вот такую крутую пластмассовую форму для приготовления яичницы в микроволновке. Пластмассовый контейнер для двух яиц с крышечкой, закрывается, есть ручка и подробная инструкция. Сейчас все увидим. Сначала надо отклеить инструкцию. Значит, надо помыть контейнер. Моем так, моем вот так. Надо разбить яйца. Так. Разбить яйца и кончиком ножа распределить желток по центру. Берем так. Распределяем кончиком ножа, все как по инструкции. Добавить по 1 чайной ложке воды в каждое яйцо. Добавляем. Чайную ложку сюда. Чайную ложку сюда. Закрыть крышку и готовить при мощности 700-750 Вт. Ставим сюда в микроволновку яйца наши. Накрою на всякий случай колпачком. Так. Мощность надо установить. Готовим 50 секунд. Потом посмотрим, если что, еще подготовим. Готовилось уже 50 секунд. Значит, потом дать постоять 10 секунд и готовить еще 20 секунд. Так, вроде бы все. Готово. Пахнет. Кстати, пахнет яйцами приготовленными. Попробуем, посмотрим, что там у нас делается. Немножко не готово. Еще все такое жиденькое, потому что я поставил поменьше мощность. Надо еще, наверное, секунд 20 поготовить. Я что-то переживаю. Надо через 15 секунд посмотрим, что там у нас как. Что здесь у нас за яичница получается? Фу, настоящая яичница. Я забыл посолить. Пахнет вкусно. Солим немножко. С черным хлебушком пробуем. Горячая на ощупь. Как вам такое? Очень вкусно. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, а я покушаю.